Умею я опаздывать. Войдите. Я слушаю объяснение. Простите, сенсей, такого больше не... Повторится? Третий раз за неделю это слышу. Ладно уж, садись. Кира, третий, мать его, раз. Ты опаздываешь. Я же волнуюсь. А ты еще не отвечаешь на мои звонки. Ну, прости, Сап, ты же знаешь, какая я. Вот именно, знаю. Куда ты свалила от разговора? В библиотеку. Значит, буду одна. Совсем. Одиноко. Библиотека, есть ли у тебя что-то новенькое для меня? Что это за книга? «Виды и призывы демона». И в библиотеке это находится? Так, посмотрим, что там. Как призвать любого демона без онлайн-регистрации? Чего? Бабуль, а что за книга по призыву демона? Какая книга? О, значит, собираю. Хей, Сап, приходи ко мне на ночевку, я тебе кое-что покажу. Новую книгу? Приходи. Вечер в хату. Ага, и тебе привет. Так, что за книга? Вот это. Призыв демона? Давай призовем его. Нет, ни за что. И зачем я на это согласилась? Тут самый безопасный это демон желаний. Давай его. Ну давай. Тут нужно прочитать заклинание. Ну, так читай. Похоже, не получилось. Ладно уж, пошли спать. Пошли. Спокойной ночи, Сап. Спокойной ночи, Кир. Закрыто? Эй, Сабина, это не смешно. Эй, что за фигня? Ну, здравствуй, смертная. Демон. Раз ты меня призвала, тогда, как я полагал, у тебя есть заветные желания. Вы, наверное, ошиблись. Я никогда не ошибаюсь. Вроде в книге говорилось, что он безопасный. Ошибаешься. Совершил сделку в обмен на душу. У меня есть выбор? Нет. Может, в этом есть и плюсы. Я согласна. Отлично. Ну так что, твое первое желание? Хочу, чтобы мои родители снова вернулись к жизни. Прости, конечно, но я не могу исполнить это желание. Это было мое единственное желание. Может, ты хочешь власти? Или денег? Или же, может, популярности? Кажется, знаю. Пусть покарают убийцу моих родителей. Это первое желание. Будет ли второе? Давай завтра. Как скажешь, смертная. Может, рассказать Сабине? Нет, не стоит. О, дверь открылась. На следующее утро в школе. И зачем же ты так прихорашилась? Ты же знаешь, сегодня к нам придет новый учитель. Неужели влюбилась? Эй, народ, а Сабина в тюрьме? Кира, молчи! Ну, извиняюсь, вы слишком неотразимы.
Пошлите на занятия, королева. Я тебе это еще припомню. Сабина прям сияет. Здравствуйте, класс. Здравствуйте, сенсей. Хорошо, садитесь. Многие знают, что сегодня к вам придет новый учитель. Это Шиноку Хаоноби. Начинайте урок, Шиноку-кун. Здравствуйте, класс. Начнем урок. Смертная, не забыла обо мне? Кто ты? Даже по голосу не можешь меня узнать. Демон? Смотрите-ка, узнала. Прочь из моей головы! Ты что, забыла, с кем имеешь дело? Прекрати! Эй, Кир, с тобой все хорошо? Все хорошо. Не волнуйся. Ладно, ладно, прости. Так, лучше увидимся позже. После этого же урока. Правда ведь Шиноку-кун красивый? Ага. Чего ты такая невеселая? Неважно. Ты можешь мне все рассказать. Лучше забей. Ты издеваешься? Ты притащил меня в мужской туалет. И зачем я тебе нужна? Да так. Будет ли второе желание? И что ты ко мне пристал? Ты так хочешь мою душу? Второй день, а уже надоел. Ты что творишь? Отпусти меня. Замолчи, смертная. Ребят, я сейчас вернусь. Шато, не двигайся. Не смей его трогать. Стой. Я сказала стоп. Знаешь, с кем имеешь дело? Знаю, с полным идиотом, который бьет людей без причины. Шато, с тобой все в порядке? Ран нет, но ушибы останутся. Вот и хорошо, вставай. И ничего не видел, ладно? Хорошо. Спасибо, пока. Идиот! Неужели с демонами так сложно? А ты как думаешь, почему мы попали в ад? Не хотела бы замолчать до конца своих дней? Нет. Тогда будь хорошей девочкой. И не забывай, кто тут главный. Увидимся, смертная. Чёртов демон! Может... Нет, не надо. Может, он в меня влюбился? Нет, только этого мне не хватало. У Киры дома. Как же я устала. Хоть убейте меня. Могу исполнить. Я пошутила. Смешная ты, смертная. Ага, очень. Шай, а у тебя есть другая одежда, помимо этой? Конечно. А можешь показать? Будем засчитывать как желание? Нет. Ого, не знала, что демоны разбираются в современной одежде. А он неплохо выглядит. Неплох? Да я хорош. Именно так должна выглядеть моя принцесса. Чего? Твоя принцесса? Яна, ты моя. Может, отпустишь меня? Молчи, смертная. Ну, отпусти. Спустя некоторое время.
Ты что творишь? От тебя приятно пахнет. Неужели у тебя не было никого? После своей смерти в 30-м году не было никого. Я открою. Шиноку-кун, как вы узнали мой адрес? Я всегда могу найти своих учеников, где бы они ни находились. Вас посадят. Я уже отсидел. Демон, спаси меня. Это твое второе желание? Да, да, да. Эй, это моя барышня. Я же не просила его убивать. А что ты ожидала от демона? Ну я же не просила. Твое третье желание было, чтобы о тебе кто-то позаботился. Так вот, я его исполнил. То есть моя душа теперь принадлежит тебе? Верно. Знаешь, я даже и не против. Ну что же, Кира. Меня зовут Питер, и теперь мы будем вместе навсегда. Конец.